Телеканал M Television представляет ежегодная церемония вручения премии «Признание года 2012». Ну, мы продолжаем нашу сегодняшнюю церемонию. И, знаете ли, друзья, мне бы хотелось бы признаться и, наверное, все-таки похвалиться тем, что, Жень, был у вас в гостях. Очень приятно. Большое спасибо за приглашение. Тот интерьер, который я видел в ваших стенах, под вашей крышей, был дико поражен. Очень приятно, очень красиво. Честно признаюсь, это все из-за бугра, из Европы. Нет, отнюдь. И в уфимских интерьерных салонах порой попадаются такие эксклюзивные вещи, которых не найдешь даже в Майами. Ну, я так понимаю, что прямо сейчас мне придется назвать следующих номинантов, а именно номинанты премии «Признание года», «Лучший интерьер салона года». И все, внимание на экран. В номинации «Все для интерьера» представлены «Си-декор», «Royal Doors», студия дизайна Кати Камбаровой, «Кабинет», «Лекс», «Фаде», «Двери Юнион», «Мастер Декор», «Лидер Потолок». Для объявлений и награждения победителя приглашается президент группы компании «Радуга Экспо» Щербацкий Дмитрий Алексеевич. Дорогие друзья, под ваши аплодисменты давайте поддержим. Лучший интерьерный салон года. Итальянские двери Юнион. Спасибо. Спасибо. Добрый вечер, друзья. Хотел бы сказать огромное спасибо всем тем, кто за нас голосовал. Они, естественно, присутствуют в этом зале. Это хорошо, что существуют такие мероприятия. Спасибо. Двери Юнион. Спасибо большое. Огромное. Эта прикольная штучка найдет себе прикольное место в вашем салоне, салоне итальянских дверей Юнион. Победитель премии «Признание года 2012» в номинации «Интерьерный салон. Итальянские двери Юнион». В жизни перед каждым человеком стоит выбор. В какую дверь войти? Сделай правильный выбор. Юнион. Не ищи, а выбирай. И пришло время специальной номинации «Главные по уюту в доме», и мы хотим вручить вам статуэтку партнера. Это торгово-выставочный комплекс «Радуга Экспо». Комплекс, не имеющий аналогов по масштабу и изобилию товаров для дома. Спасибо вам! Спасибо огромное! Телеканал M Television представляет ежегодная церемония вручения премии «Признание года 2012». Жень, скажи, пожалуйста, ты любишь природу? Ну, конечно, я люблю природу. А еще я люблю в ней золото, нефть, бриллианты. А к чему вопрос? Хочешь пригласить меня на зимний пикник в лес? Да нет, знаешь, дело в том, что я бы хотел тоже обновить свой интерьер, свой домашний интерьер. Хочу начать с дивана. Мне дико нравятся вот эти мягкие, пухлые места напротив телевизора. Но как раз вот очень дико стыдно становится перед зайчиками и белочками, у которых мы, как говорится, забираем гложет тебя. Дерево. Ну, я не знаю, чем тебе помочь с этим вопросом. Давай обратимся к владельцам мебельных салонов. Сейчас мы выберем лучшего, у него и спросишь. Ну а прямо сейчас мы объявляем номинацию «Лучший салон мебели года». В номинации «Мебельный салон» представлены «Атлас Люкс», «Лофт», «Формула дивана», «Призма», «Флет», «Мебель Инсайт», «Аллегро Стиль». Ну и, дорогие друзья, вновь возвращаясь, для объявлений и награждения победителя приглашается генеральный директор фабрики декоров «Паде» Кожевникову Елену. Генри Бертран, Роберт Аллен, Мануэль Канолос. Мировые бренды, пошив штор от фабрик-производителей. Реальные цены только для вас. «Фаде» – дресс-код вашего дома. Только для дизайн-студий и VIP-персон. Телеканал.
Телеканал M-Television представляет ежегодная церемония вручения премии «Признание года 2012». Дамы и господа, лучший мебельный салон года – «Мебель Инсайт». Дамы и господа, здравствуйте. Сегодня великолепный вечер. Уже 3 года мы участвуем в этой номинации. На самом деле мы берем все призы всегда. Мы очень рады за то, что вы нас цените, за то, что вы нас любите. Мы будем очень стараться всегда делать самое лучшее для вас. Женечка, особое спасибо тебе. Спасибо огромное. Спасибо. А мы, в свою очередь, хотели вручить фабрике декоров «Одесс» статуэтку за новаторство и неординарный подход к текстильному декорированию интерьеров. Женечка, огромное спасибо. Очень неожиданно. И вот именно за инновации это очень приятно. Спасибо, спасибо большое. Мы должны признаться, что на этом сюрпризы у нас не заканчиваются, они продолжаются. И золотой сертификат на обслуживание на фабрике декоров «Фаде» на сумму 100 тысяч рублей. Он вручается дизайнеру, который не оставил равнодушных наших телезрителей. И в студии приходило, кстати, очень много электронных благодарственных писем с восхищением этого дизайнера. Катя Камбарова, хотелось бы пригласить именно вас, Екатерина, на сцену. Это совершенно замечательный человек. Очень красивая девушка и, самое главное, очень великий, большой профессионал. Ребята, запомните это имя. Вы слышите, может быть, его впервые, но не последний раз. Катя Камбарова. Победитель премии «Признание года 2012» в номинации «Мебельный салон». «Мебель Инсайт». Спасибо, милые дамы. Пожалуйста, возвращайтесь в наш сегодняшний праздничный зал. Жень, мне кажется, зал. Ты уже несколько устал вести со мной церемонию. Какой-то нездоровый вид у тебя, нет? Мне пора просто уже пойти поотдыхать бы. С великим бы с удовольствием. Скоро тебя Шура сменит на посту. Ну, раз устал, я предлагаю поехать отдохнуть и объявить следующую номинацию. Итак, номинация «Лучшая турфирма года». В номинации «Туристическая фирма» представлены «Азарт Тур», «Алкатур», «Хазина», «Голден Уэй», «Роза Ветров». Для объявления награждения победителей приглашается компания, создающая такие волшебные и красивые дома, в которые всегда хочется возвращаться после отпуска. Руководитель отдела продаж комплекса домов «Грин Парк» Светлана Заяц. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Туристическая фирма года «Роза Ветров». Спасибо большое всем, кто за нас голосовал. Спасибо коллективу. А мы, в свою очередь, хотим наградить статуэткой лучший комплекс домов «Грин Парк» в нашем городе. Победитель премии «Признание года 2012» в номинации «Туристическая фирма» «Роза Ветров». Thank you.
floor, you gotta be jumping jack. Jump on in, jump, jump in. When you hit the dance floor, you gotta be jumping jack. Jump on in, jump, jump in. Like, why don't we roll right off your track? Whoa, whoa, you just can't stop like, it. Like, why don't we roll right off your track? Whoa, whoa, watch it, watch it.